Салют, ребяшки, я по-прежнему Саша, и это мой видеовлог. А сегодня что у нас? Суббота, 6 мая, а это обозначает, что временно, я как бы не отдыхаю. Еду, в общем-то, на Алькап, ну, как бы, первая велогонка сезона, не считая, конечно, того самого на картодроме, но то вообще отвал башки был, да, в этот раз как бы по улице, сейчас поедем, все стандартно, собирать точки, простраивать маршруты. Должно быть неимоверно весело. Ну, в общем, сейчас я вам все и покажу. Ага. Да, и прежде чем все это дело начнется, я вас по старой доброй традиции прошу, подпишитесь уже на канал. Напишите какой-то комментарий, поставьте вот предварительно пальцы на клавиатуру. Ну и что еще можно сказать? Поставьте колокольчик. А, перешлите друзьям, они же наверняка не знают. Ну или, конечно же, знают, но не все. К слову о гонках, мое же колено по-прежнему опухшее, надел сегодня на коленях. Поеду, скажем так, просто в темпе, ну, потусить, как бы поддержать комьюнити местное. И все, то есть как бы за первые третьи места бороться, наверное, даже не буду. Но в целом вот так. Пацанов ехать в целом-то и недолго. Я ж тут как получается рядом живу. Уже пачка народа собирается довольно-таки неплохая. Собственно, что? Дали мне какие-то карточки и какие-то что-то. А, деколи, что-то поклеить на велосипед. Ага. Его, получается, прихватил брелочек для поддержания коммунити. Ну как вы, я так думаю, мне так кажется. Картина-то какая? В общем-то, нужно будет проехаться по четырем точкам, четвертая будет финишная, и на каждой из точек нужно будет взять четыре буквы. Я, У, З, И, А. И при третьих сюда нужно будет еще.
какие задания надо выполнить. Через несколько минут появятся в телеграм-канале все эти точки, координаты. Ну и, соответственно, там их нужно будет воткнуть и как-то проехать. Сейчас дадут старт, все ждут. Я чуть подальше встал, но только чисто так для массовочки сразу заснят. Ну, я участвую в гонке, естественно, же. 5, 4, 3, 2, 1. Ой, они, блядь, быстрые, ёпта, я бегаю сколько лет у них. Фух, ёпта. Так, надо до акведука доехать, а потом в Сокольники. В общем-то, картина какая, не факт, очень даже не факт, что точки, которые скинули по порядку, на каждой из них будет какая-то буква. Но если ты приезжаешь в какую-то свою первую точку, и там буква Н, тебе ее хер дадут, тебе нужна будет первая буква Я. Итак, первую точку нашел. Это вот, можно так сказать, что парк Лосиный остров, и что-то там, где-то там рядом. А задание нужно было собрать немножечко мусора. Ну, я буквально пару пакетов собрал, показал, отдал, и ништяк. Капец, ноги в закисе уже. Ладно, вторую букву тоже собрал. Там надо было просто фотографироваться, драйв-сайт, и все. Самое сложное задание, как мне кажется. Люблю я поездить по всякой ёбани, короче, опять завернул не в ту сторону. Сейчас вот, может быть, хоть как-то чуть-чуть угадали, а может и нет, хер знает. Последняя точка осталась, три буквы уже собрал. Так, короче, мне кажется, это должно быть артплей, не иначе. Так, и что еще можно сказать? На третьем пункте надо было воды принести откуда угодно и в чем угодно. Так как тара всего одна была, один брос бегал с бутылкой, а я ходил вместе с крышкой. Вот, и также на третьем пункте съел один гель. Не знаю зачем, блядь, это просто жариться хотелось. Все еще мчу по Яузе, по набережной. Ехать до хрена, уже 21. Накатал. Наверное, еще раз пятак, а то есть 10. Что-то, во-первых, надо бы остановиться, посмотреть, не проехал ли я. Потому что я примерно знаю, что артплей нужен, последняя точка, где-то там рядышком. Но не посмотрел, как где именно сворачивать. Еще посмотрим. Вроде посмотрел, еще ехать и ехать. Может, километра полтора, а может и два, и три. Короче, не знаю. Ехать и ехать. И еду, и еду. Но я устал. Мне еще, кстати, на ту сторону надо. Точка на той стороне. А я на этой. Вплоть неохота. Ну, сейчас сами понимаете. Кобзда вообще. У меня, блядь, за одну эту поездку уже два раза ноги закислило. И уже дважды отпустило. Ой, я буду после этой гонки восстанавливаться. Не знаю, на электрофорез, наверное, пойти надо будет. Пиздец, нахуй эти рекорды, блядь. Больше я в такую хуйню не вписываюсь. Вот какая-то ебейшая развилка. Короче, налево в Лефортово, мне, видимо, куда-то сюда. Но если не сюда, то хер его знает, тогда куда. Но очень... А, ну, во, все, все, правильно. Бля, ай, да я молодец. Это спасибо. Дай бог здоровья людям, которые вот мне как-то выступают. Главное, чтобы этих людей было больше, и они уступали не только мне, а и остальным велосипедистам. Все, дай бог вам здоровья, счастья, успеха. Так, я отнюдь не первый. Впереди меня, блядь, наверное, человек 20. Но с учетом того, что всего человек, наверное, может быть, 50 было, то в целом неплохо. На середине где-то залип. Осталось на финиш примчаться. Высотка на Котельнической. Ну, а там как бы и все, слава богу. Буду держать в курсе.
прямой финиш виднеется. Где-то здесь спот финиша, возле Котельнической, но я, по-моему, возле нее. Но это еще то приключение, блядь, найти, где сам вот финиш. Что финиш, блядь, где финиш, как финиш, не ясно. Что, внутри двора, снаружи двора. Алло! Блядь, вы где? Фу, ядрить. А, в общем-то, что, вот там ребята стоят организаторы, там же и гонщики, и все на свете, и, собственно, я приехал, блядь, я потратил на это 25 километров с копейками, и 1:18 времени. Собрал все буквы, вот эту штуку надо заламинировать и тоже в спицы в колесо воткнуть. Ебейшая гонка, не рассчитывал с самого начала на какие-то, может быть, призовые. Потому что что? Потому что правильно, как бы я уже старый, мне это оно не надо. Но как бы комьюнити поддержать, это всегда пожалуйста, это всегда кайф и все. Слушай, подскажи, а сколько всего участвует? 50? Да. А я приехал каким? 16. Ох, нихера. Короче, в 15-м из 20, ой, из 50. Блядь, неплохо для старика-то. Да, это действительно хороший результат. В следующий раз когда гонка будет? Скоро, я думаю. О, недели тем более. 2-3. Все, 2-3 недели, блядь. Это что, вместо велофестиваля? Или прям на нем? Может быть, даже на нем новый формат. Короче, да, ребята обещали подумать, обязательно что-нибудь сделают такое. Что еще можно сказать? Да нихера, наверное. Пожалуй, пойду дальше долечивать свое колено. Оно в очередной раз получило какой-то определенный стресс. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики, вот эти, зажигайте бубенчики и вся вот эта вот штука. Пишите обязательно комментарии. Почему вы не приехали? Потому что эта гонка доступна для всех, всего лишь навсего, за гроши какие-то. Все, пойду ламинировать. До свидули. Так, ну и самое главное. Мне ждали наклейку. И присобачил сюда, и пока ехал, она ветрами и прочими штуками как бы склеилась. Сейчас надо, в общем-то, все это дело отхерачить, отприклеить, отклеить, сбубенить. О, ништяки? Я считаю, что да. В общем-то, гонка кайфы, бля, вот реально, я не знаю, как они это все придумали. Такие молодцы эти ребята, конечно, да.